Итоги курортного сезона и подготовка к зиме. Глава республики провел традиционную встречу с руководителем одного из крымских курортных городов. В этот раз Сергей Аксенов обсудил актуальные вопросы с главой администрации Алушты Игорем Сотовым. Подробности далее. Несмотря на то, что на дворе конец сентября, пляжи Алушты все еще заполнены отдыхающими. Глава города подчеркнул, количество туристов значительно превысило итоги прошлого года. По сравнению с прошлым годом на 20% превысили план, а на сегодняшний день, вот учитывая сентябрь месяц, у нас на 35% на сегодняшнюю дату превышает количество отдыхающих, чем было в прошлом году. Хороший показатель. Да, береговая линия, хотел бы отметить, она полностью у нас вся занята. Это чувствуется по машинам, это чувствуется по набережным, по отдыхающим. Мы проводили буквально мероприятие в субботу концертное. Сколько было отдыхающих, что как будто август месяц. Конечно, недочеты все еще есть. В основном они касаются ценовой политики. Отсюда и поручение главы республики. Главное – мониторить соответствие цена-качество предоставляемых услуг, с тем, чтобы наши туристы не были разочарованы. По итогу сделайте такой перечень проблем, которые наибольшее количество раз волновали туристов, приезжих. Ну и, конечно, постарайтесь на следующий год все эти моменты устранить. Обсудили подготовку к отопительному сезону, проверены сети и котельные. Жилой фонд, который находится в муниципальной собственности, подготовлен на 98%. Екатерина Наумова, «Время новостей».